Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight, третий класс. Arthur plus Rascal. Артур плюс Rascal. Hello, my name's Arthur. Привет, мое имя Артур. Hi, привет. I'm Rascal. Я Rascal. I live with Arthur. Я живу с Артуром. And my name's Trixie. А меня зовут Trixie. I live next door. Я живу по соседству. Module 2. Family moments. Семья. In this module you will, в этом модуле вы learn, выучите, read, прочитаете, and talk about, и поговорите. Family members, о членах семьи. Member, член семьи. Family, семья. Member, family. Practice, попрактикуйтесь, talking about families, говорить о семьях. Families near and far, семьи близко и далеко. A new member, новый член семьи. Задание первое. Listen and point, послушай и покажи. Then sing along. Потом спой. Look at me. Посмотри на меня. And my family tree. И мое семейное дерево. Grandma. Бабушка. And grandpa. You see. Дедушку вы видите. Grandma, grandpa. Mom and dad. Маму и папу. Big brother. And me. And our new little sister, Betsy. И наша новая маленькая сестра, Betsy. Маму в английском языке можно назвать по-разному. Вообще-то mother, mother, мама. Но это такое официальное название. Мать, mother. Mommy – это более такое домашнее. А совсем сокращенное – mom. Как у нас по-русски. Мать, mommy – мама, а мам – ма. Так маму можно назвать вот тремя способами. Также можно и сказать об папе. Father – это отец. Можно, конечно, и папа сказать, но вообще-то father – отец. Daddy – папа. А dad – ну, папулечка. Или просто па. Бабушка – grandmother. Grandmother. Но можно сказать более мягко. Grandma – бабушка. А granny – это вообще бабуля. То есть бабушку тоже можно назвать тремя разными способами. Grandmother – бабушка, grandma и granny – бабуля. Дедушка – grandfather – дед, grandpa – дедушка, дедуля. Brother – брат, brother. Sister, сестра, sister. То есть, вот Рози рассказала о своей семье. Вот. Не Рози, а Лулу.
Look at me. Посмотрите на меня. And my family tree. И мое семейное дерево. Grandma. Рози. And grandpa. Henry. You see. Вы видите бабушку Рози и дедушку Henry. Mom. Meg. And dad. Jeff. Мама Мэг и папа, которого зовут Джефф. Big brother Larry, большой брат Ларри, and me, и я, Лулу. And our new little sister Betsy, и наша новая маленькая сестра Betsy, вот она. Look, this is my grandma Rosie. Посмотрите. Вот моя бабушка Рози. Look, this is my grandpa Henry. Look, this is my mom Meg. Look, this is my dad Jeff. Look, this is my big brother Larry. Look, this is my little sister Betsy. Задание третье. Listen and read. Послушай и прочитай. Look, смотри. It's mom and dad. Это мама и папа. Oh, good. О, хорошо. Hello, Larry. Привет, Лэри. This is your little sister, Betsy. Это твоя маленькая сестра, Betsy. Hello, Betsy. Привет, Betsy. Is she my little sister too? Она моя маленькая сестра тоже? Спрашивает Лулу. Yes, of course. Да, конечно. Nanny, this is our little sister. Nanny, это наша маленькая сестра. She is lovely. Она красивая. What's her name? Как ее имя? Betsy. Betsy. Chuckles, what's this? Chuckles, что это? Is it a little chimp? Это маленький шимпанзе? No, it isn't. Нет. It's a teddy. Это плюшевый медвежонок. Read again and choose. Прочитай снова и выбери. Chuckles has got. У Чаклса есть. Ну, либо teddy, медвежонок, либо chimp, шимпанзе. Teddy, медвежонок. Местоимения. Вот личные местоимения. I – это я, пишется всегда с большой буквы. You – ты или вы. У них нет отдельно ты, отдельно вы, как у нас. У них есть одно местоимение – you. Вообще-то you – это вы. Ну, мы переводим его как ты тоже. He – он. She – она. It – оно. He говорят обычно про людей, мужчин и мальчиков. She говорят про людей, женщин и девочек. Про все остальное говорят it. Про кошек, собак. Книга это тоже оно по-английски. Телевизор – оно. Телефон – оно. Кошка – оно. Игрушка – оно. Ну, можно про свою кошку или про свою родную собаку сказать he или she. Но вообще-то все, что не люди, это все оно. Цветок – оно, лампа – оно, стол – оно. Вот это все оно. We – мы, you – опять вы и they – они. Вот это личные местоимения. Вот они, личные местоимения. I – я, пишутся всегда с большой буквы.
По-английски местоимение «я» пишется всегда с большой буквы. You – вы или ты. He – он. She – она. It – оно. We – мы. They – они. Это личные местоимения. А вот притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения отвечают на вопрос «чей». Притяжательные местоимения отвечают на вопрос «чей», «чья», «чьи». My – мой. Your – ваш или твой. His – его, в смысле мальчика или мужчины. Her – ее, в смысле девочки или женщины. И its – его или ее, говоря о животных или вещах. То есть окно и его рама. The window and its. Или цветок и его ветка. The flower and its branch. Ветка. Так, ну, или, например, кошка и ее хвост. По-русски кошка она и хвост ее. А по-английски кошка оно. It. И хвост its. Ее в смысле. The cat and its tail, кошка и ее хвост. We – мы, а our – наш. Your – ваш и their – их. Вот это притяжательные местоимения. Задание первое. Read and choose. Прочитай и выбери. Tom – what's this? Что это? Sam – it's a photo of my family. Это фото моей семьи. Look, смотри. This is... Это... Ну, раз он свою семью показывает, значит, это мой брат, он говорит. This is my brother. Это мой брат. Tom, what's... Как его имя, в смысле брата, значит his. What's his name? Как его имя? Sam. Ron. Ron. Это имя такое. He's 10. Ему 10. Tom. Who's this? А кто это? Sam. Oh, that's my sister, Pam. Это моя сестра Pam. Tom. Is this... Your dad – это твой папа? Sam – yes, it is. Да. His name is Dan. Его имя Dan. Tom – who is she? Кто она? She's my mom. Она моя мама. Her name is Anna. Ее имя Анна. Who are they? Кто они? My grandma and my grandpa. Мои бабушка и дедушка. Their names are Lara and Bob. Их имена Лара и Боб. Значит, сначала my brother, his name. Дальше. Your dad. Дальше. Her name. И дальше their names. Задание второе. Look and say. Посмотри и скажи. This is my big sister. Her name is Karen. Это моя большая сестра. Ну, мы по-русски сказали старшая сестра. Ее имя Карин. Вот, Карин. Ну, вот тут вот явно папа и мама. Можно сказать, this is my mother. Her name is Stella. This is my father. His name is Winston. This is my
grandma. Her name is Anita. Это моя бабушка, ее имя Анита. This is my grandpa. His name is Errol. Это мой дедушка, его имя Errol. This is my little brother. Это мой маленький брат или младший брат. His name is Simon. Его имя Саймон. Ну, вот это вот рыбка. Видимо, это его pet. This is my pet. Its name is Bubbles. Или можно сказать, this is my fish. Это моя рыба. Its name is Bubbles. Про рыбу мы скажем its. Ее имя. Its name. Listen and repeat. Послушай и повтори. Рассматривается первая буква английского алфавита A. Буква A. A happy family is in the hat. Здесь буква A везде дает звук полу-а, полу-э. Чтобы сделать такой звук, надо рот открыть широко, как будто вы говорите «а», но передумать в последний момент и сказать вместо «а» «э». Получится «э». Не «э», а «э». Когда мы говорим «э», мы рот не так широко открываем. Чтобы сказать вот этот звук «э», надо рот еще шире открыть. «Э» – «happy». «Happy» – не «happy», а «happy». Не family, а family. Не head, а hat. Почти а. Поэтому вот звук такой, видите? Полу-а, полу-э. А еще эта же самая буква A, она может давать звук A. Э и И. И это палочка или палочка с точкой. A. Take a cake, Kate. Вот здесь вот буква A везде дает звук A. Take a cake, Kate. Задание четвертое. Copy the table and complete it. Скопируй таблицу. Вы помните, надеюсь, что у слова table не одно значение, а несколько. Одно значение-то это стол, а второе таблица. Скопируй таблицу и заполни ее. То есть там, где буква A дает звук полуа, полуэ, будем писать сюда. А там, где звук A, будем писать сюда. Name. Name. A. Сюда пишем. Cake. Тоже сюда пишем. Здесь тоже звук A. Cake. Flag. Flag. Это полуа, полуэ. Это сюда. Late, late, A, это сюда. Lamp, lamp, это полуа, полуэ, сюда. Bag, bag, сюда. Table, table, сюда. Grandma, grandma, сюда. Baby, baby, сюда. Nanny, nanny. Сюда. Задание пятое. Let's play. Давайте поиграем. Who's she? Кто она? She's my mom. Она моя мама. What's her name? Как ее имя? Her name's Anna. Ее имя Анна.